Сегодня в Балашихе в микрорайоне Никольско-Архангельске открылся многофункциональный центр, где организовано удаленное место для оказания услуг местным жителям. Ну что, товарищ, приступаем? Да. 3, 4? Да. А многофункциональный центр – это такой инструмент, с помощью которого наши жители могут получать как муниципальные, так и государственные услуги. Непосредственно это общение между гражданами и властью. То есть многофункциональный центр – это уполномоченный посредник государства, который принимает документы от населения и без доверенности передает в те организации, которые должны выполнить ту или иную услугу, которую гражданину нужно. Первый МФЦ открылся в Балашихе еще в 2009 году. Основная задача учреждения – комплексное и оперативное решение вопросов, исключая обращение заявителя в разные ведомства и организации для оформления одной услуги. Глава города Евгений Жирков утвердил программу, по которой наряду с офисом в Никольско-Архангельском и Соболихе в будущем откроются еще 3 офиса. И чтобы доступность и качество предоставляемых МФЦ государственных и муниципальных услуг было на достаточно высоком уровне. Организация деятельности многофункционального центра существенно повышает качество и сокращает сроки предоставления услуг населению области. Поэтому переоценить важность открытия этого учреждения сложно, так как оно способно оперативно решить насущные проблемы местных жителей без потери средств и времени на дорогу. Для наших жителей это важно и нужно. За любой государственной услугой им приходилось ездить на достаточно далекое расстояние. И неудобство в основном было в том, что в данном микрорайоне преобладает частная жилая застройка. Транспортное сообщение, конечно, есть центром Балашихи, но до транспортного сообщения любому жителю тоже нужно добраться. Приезжая в МФЦ, они получали ту информацию, которая им нужна для получения государственной услуги. То есть приходилось несколько раз проехать. Сегодня эта услуга максимально приближена к нашему жителю. На открытие многофункционального центра пришли небезразличные жители. Они выразили свое мнение об этом событии. То, что открывается новый функциональный центр здесь у нас в поселке, это огромный плюс. Потому что преимущественно в поселке, помимо того, что он развивается и живут молодые люди с детьми, есть еще и пожилые люди, о которых тоже надо заботиться, о которых надо думать. Потому что очень удобно будет, когда действительно можно приходить и все свои вопросы решать, ну, в одном окне. Открытие удаленного офиса многофункционального центра – это не только оказание федеральных, региональных и муниципальных услуг, но и еще один способ связи с руководством города. Антон Рябов, Александр Спицын, Большая Балашиха.